Девчонки, всем привет! И у меня сегодня такой незапланированный влог получается. Мы сегодня вот суббота, 14 февраля. Всех поздравляю с Днем влюбленных. И мы поехали, в общем, попить кофе и приехали в одно кафе. Я уже там делала влог, показывала из Кастро. Но там что-то было закрыто на ремонте или что-то. Ну, в общем, закрыто было. И мы поехали дальше в Катакало, в наш порт. Ехали вот сюда на гору, и сейчас я переверну камеру и покажу вам, как здесь красиво, особенно здесь летом. Красота. Здесь, в общем, это отель вот сзади меня и кафе. Ну, то есть можно просто приезжать пить кофе. А, в общем, вот это вот снизу, это наш знаменитый, в принципе, порт Катакало. А сюда приходят корабли с разных стран, то есть круизы, которые вот ходят. Сейчас, кстати, вот прохладно, ну ладно, погода вроде как налаживается, как сказать. А вон там вот на противоположном берегу, там, в принципе, уже город наш начинается. Ну, то есть Катакло у нас сколько? Ну, минут 10, наверное, от города, 15 на машине. И вот здесь вот такая красота. И вот моя малышка здесь тоже ходит, не знаю, одели жилетку и не знаю, холодно, может быть. В общем, мы уходим с того отеля, с кафе. Мы сейчас перейдем в соседний отель. Там тоже есть кафе, но там площадка повыше получается, и солнце прям светит туда, потому что здесь в тенечке холодно. Так что пробуй фит. А. Да, вот здесь вот пешком нам буквально перейти на соседний дом. Так, и что мне сегодня в день 14 февраля решил не покупать цветы? Пошел, в принципе, я не думала, что он что-то будет покупать мне подарок на самом деле. И он пошел в супермаркет за молоком для девочки нашей. И он принес мне вот такую блузку. Ну, как блузка, она такая полуспортивная. Не знаю, в спортзал, наверное, буду носить, может быть, просто. Ну, вот такой casual стиль. И вот такую курточку. Видно, 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 вот она. Такая легкая, как бы. Ну, такая тоже полуспортивная. Мне очень-очень понравилось. Я говорю, балует, балует. Ай, да, и, кстати, вот такая гарнитура у меня еще новая. Тоже подходит под цвет. Ну вот, в принципе, мы перешли уже в соседний, но не знаю, здесь уже, мне кажется, не красиво. Ну, то есть были вот в том отеле, вот перешли против. И, ну, в принципе, то же самое, но здесь солнце. И уже сидят люди. Да. Все, мы остаемся Йоланда здесь. тут нашла кошечек и бегает за ними. Ну, классно, в принципе. Да, Йоланда теперь у нас любит горячий шоколад пить в кафе. А то она постоянно просила кофе. Но мы не можем ей давать кофе, естественно, и поэтому шоколад пьет. А мы заказали капучино. Я Анджела, и тут латте. Я латте, по-моему, заказала, и Анджела капучино. Хотели заказать фраппе, наш известный напиток греческий, но прохладно пока что для кафе, для фраппе на улице пить, если. А летом мы обычно пьем фраппе. Так, красиво, красиво, прям классно такой расслабон здесь. Все, мы попили кофе, сейчас мы поедем домой кушать уже. И не знаю, вечером, наверное, муж с ребенком поедут в Пидото, может быть, я тоже поеду. И на сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось. И да, смотрите, здесь напротив какой-то сад.
и там растут оливковые деревья. У нас здесь огромное производство есть оливкового масла, оливок, то есть и вина, естественно. Ой, что-то я забыла, куда я иду. Все, всем пока-пока!